Пляжные локоны, спасение во время отпуска и при загруженном дне. Красивая прическа из косичек – это отличный вариант для тех, кто хочет проснуться утром, практически ничего не делать и получить красивую укладку. Для этого перед сном нужно хорошо помыть голову, косички нужно заплетать на слегка влажную шевелюру. Волосы нужно разделить на 5-8 частей, чем больше кос, тем мельче волна, и заплети их в тугие косички. Чем ближе от корней вы начнете плести, тем красивее получится укладка. Встав утром, вы должны распустить косы, но ни в коем случае не надо их расчесывать, достаточно аккуратно разделить руками. Для того, чтобы кудряшки продержались подольше, нужно нанести средство для фиксации. При помощи плойки для этих целей лучше всего подойдут щипцы крупного диаметра, на мелкой локоны не смотрятся так естественно. Кроме этого, нам понадобится средство для фиксации. Для того, чтобы сделать пляжную прическу с помощью плойки, надо хорошенько помыть и высушить шевелюру. Разделить волосы на пряди 10-12 и заколоть их наверх. Каждый локон по очереди наматывается на щипцы, но что важно, не зажимается под углом 45 градусов на 40-50 сек. Готовые кудри нужно аккуратно взъерошить и закрепить гелем или лаком. Рекомендуем прочесть прически с помощью плойки на каждый день. Изящная укладка с помощью пучка. Сделать пляжные локоны с помощью пучка – это альтернатива плетению кос для тех, кто не умеет. Принцип очень схож, чистые волосы разделяются на пряди примерно 6-8 и закручиваются в жгутики, закрепляясь на голове при помощи шпилей или резинок. Утром пучки нужно распустить и придать им форму, слегка смяв каждой руками, а затем закрепить специальными средствами для лучшей фиксации. Пользуясь лаком, не нужно переусердствовать, такая укладка должна иметь слегка небрежный вид, никаких четких линий. Если у вас нет лака слабой фиксации, можно сделать такое средство самостоятельно. Для этого надо растворить столовую ложку сахара в 100 мл теплой воды. Получится отличное средство для долгой фиксации, дешевое и эффективное. Как еще можно накрутить волосы без бигуди, утюжка и плойки, вы найдете у нас на сайте. Делаем прическу при помощи утюжка. Сделать морские локоны при помощи утюжка можно двумя способами. Волосы разделить на пряди, а затем, отступив 5 см от корней волос, намотать на утюжок. Накрутив локон до середины, начинаем вытягивать их сверху вниз. Таким образом накручиваем голову, в конце не забыв сбрызнуть локоны лаком для хорошей фиксации. Второй способ достаточно прост и дает такой же эффект, как от косичек, но для этого вам не придется ходить с ними целый день. Все, что вам нужно, заплести шевелюру в косы, они не должны быть ни тонкими, ни толстыми, и нагреть каждую из них утюжком в течение минуты. Готовые кудряшки нужно слегка распушить руками и зафиксировать лаком. Чтобы шевелюра не пострадала от чрезмерного и частного нагрева, предварительно на нее нужно нанести специальное средство для термозащиты. Такую прическу можно совершенно спокойно сделать самостоятельно, не используя при этом дорогих средств, не затрачивая много времени. Такая укладка будет хорошо смотреться на любых волосах, даже на каре, но особо выигрышно она смотрится на каскаде. Пляжные локоны будут одинаково уместно сделать как во время отдыха, так и на вечеринку, украсьте их красивой заколкой и можно идти на свидание. Главное достоинство такой укладки, ее можно сделать за 5-10 минут. Полезные советы по завивке волос, как накрутить локоны на короткие волосы, каре, как сделать прикорневой объем. В домашних условиях, особенности завивки длинных волос, как сделать, чтобы локоны долго держались, как быстро накрутить волосы в домашних условиях, прически с кудрями, локонами, своими руками, как красиво уложить волосы. Полезные видео, как легко сделать пляжные локоны. Что такое пляжные локоны? Бичевес – одна из самых популярных укладок 21 века. Стилисты просто обожают такую прическу, ведь она не занимает много времени и выглядит всегда эффектно. Отличительная черта таких кудряшек – легкая нарочитость, отсутствие четких и упругих локонов. В прическе должна присутствовать небрежность, как будто волосы только что потрепал морской ветер и вода. Такая укладка настолько простая, что подойдет для любого типа лица, на короткие, средние и длинные волосы. Кокетливая, романтичная, простая, но выделяющая всю красоту лица, такая прическа делает акцент на натуре, своей обладательнице показывает легкость характера и к тому же помогает скинуть пару лет. Прекрасные дамы с такой укладкой смотрятся элегантно, ухоженно, при этом не тратя много времени и денег на парикмахерские услуги, ведь
Пляжные локоны можно сделать совсем просто и в домашних условиях. Как сделать укладку в домашних условиях? Секретов прически есть масса, конечно, есть вариант пойти в салон за определенную цену. Но зачем тратить деньги, если можно сделать все самостоятельно? Вот лишь несколько секретов укладки. Локоны с помощью соленой воды профессиональные стилисты используют для таких целей специальные дорогие средства на основе морской соли, но зачем тратить деньги, если можно все сделать из недорогих подручных средств? Вот как его можно сделать. Для спрея нам понадобится бутылка с пульверизатором, морская соль 1 час. Л. Стакан теплой воды, стайлинг, гель 1/3 часа Л. Кокосовое масло 20 грамм. В теплой воде надо развести соль, хорошенько перемешать и перелить в бутылку. В раствор обязательно нужно добавить кокосовое масло, это необходимо для того, чтобы защитить волосы от негативного воздействия соляного раствора. Влить в бутылку гель для укладки и хорошо размешать, в конце закрыв крышкой пульверизатором. На этом наше средство готово, можно приступать к созданию прически, на чистые сухие волосы нанести спрей по всей длине шевелюры. Чтобы она стала влажной, но не мокрой. Локоны разделяем на пряди и слегка сжимаем их руками, каждую прядь 1-2 минуты. В результате получаются легкие и слегка небрежные волны. Рекомендуем прочесть обзор лучших средств для создания и фиксации локонов. Полезные видео «Текстурные локоны. Подружка серфера. Как легко сделать пляжные локоны».